Сегодня хозяйка наша. О, здравствуйте! Здравствуйте! Рады видеть вас, наша гостиница. Здравствуйте! Заходим. Я дорвалась опять до интерьера настоящего деревенского дома, потому что у меня давняя тоска еще со времен детства увидеть вышиванные все эти и накидки, и подузорники. Наши интерьеры уже абсолютно испорчены. Ну а здесь, слава богу, Татьяны Афанасьевны все по-прежнему еще осталось. Я любитель таких теплых цветов. Ваша модель сегодня в красном. Да, вот это мне греет сердце. Теплые цвета – это мое. Все, что связано с землей, печкой, все-все, что дышит теплом – это мне нравится. Поэтому мы специально так и выбрали. Оно и подходит. Красный цвет торжественности, белой чистоты. Поэтому думаю, что портрет в интерьере сегодня как раз то, что нужно. Да, что на глине-то? Ну, что проверить? Целый мир сидит вот просто вот такой в красной кофте, да, в бордовом платке сидит целый мир, непознанный, как далекая планета. А что вам в ней больше всего нравится, Татьяне Афанасьевне? Как художнику? Наверное, серьезность, понимаете? Вот то, что мне нравится в людях, это вот главное такой стержень есть, человеческий какой-то духовный, очень крепкий, когда вот настоящее чувствуется, без лишнего, без поверхностного, без обмана. Вот ты чувствуешь, что человек, каждое слово, что он говорит, это настоящее. Живу теперь одна. Мужик помер в 2001 году. Это его портрет вверху? Да. Очень красивый. И он красивый мужик, хороший. В колхозе работала, свиней глядела, и телят, и на полеводстве. В чудах, где только надо было, там работала. И копцы буртовала, и сено стовала, и всего, все было. За свою жизнь. Давай, подуреем с тобой, давай. Ну, давай. О, ой, о, что он делает. Котенок это. Я родилась здесь, в Петушках. Родители, мать, отец жили здесь. Ну, у нас еще бабушка была, она была партизанкой. А отец мой был участник войны. Вот. И мама тоже была партизанкой вместе с бабушкой, своей матерью. Вы теперь ну, с внучкой приехали? Да, я сейчас приехала с внучкой на дачу. Ну, а здесь сейчас огород садим. Своё ушло, картошка, и огурец, и помидоры, все свое. Потому что так не проживешь без дачи. Ух ты, какой журавель у вас. Да.
Вкуснота? Холодная, холодная. Спасибо, колодцы, а. Не помогу. А может, от того, что петухи у нас очень красивые. Может, поэтому испокон веков и назвали ее петушки. Может, такое быть. Может, от того и повелось. И еще петушки, может, от того, что здесь в основном были одни девочки, девчата. Поэтому хлопцы здесь ходили табуном вокруг петушков. Значит, может, от того и назвали петушки. Московская кошка. 9 штучек. 9, и мамаша 10-я день. Здорово, я самое главное. Трохи покрапиться, пожить. Теперь же хорошо, чому не жить. Пенсию дают, машины приезжают в деревню. Только бери, ешь и живи. Здорово я только людям, и все. А нам больше, что старым надо. Вот видите, тружусь, стараюсь. Ну, в общем, теща довольна. Да? Не знаю, вроде бы. Да. Видим, что улыбается. Столько дров побить, самое недовольно. Расскажите, как вы себя чувствуете в деревне Петушки? Часто прекрасно, сюда приезжаете? Приезжаю сюда отдыхать. Очень хорошо. Что вы здесь такого? Работать приезжаю. Хорошим. Ну, хорошим, вы видите, какая природа здесь. Отдыхаешь душой и телом, особенно с топором. Будете красоту. Ну, чтобы немножко не зарос дом. Потому что если зарастет, самому неприятно. Что здесь есть хорошего? Хорошего? А вот свобода. Куда хочешь, туда иди. Сколько хочешь, столько коси. Можно держать, если сила есть. Хоть и корову, хоть и коня, только бы сила. Но, увы, пенсионеры остались. Не модно уже ни корову, ни кони. Я водитель троллейбуса, работаю в городе Могилеве. Так люблю свою деревню, что каждый выходной я еду сюда. Это для меня и отдых, и сон, потому что работа тяжелая, встаю очень рано, в 3 часа. Устаю за неделю рабочую, поэтому хочется отдохнуть. А здесь я просто отдыхаю и физически, иногда и душевно.
Может, здесь такая есть тишина, здесь современность еще не сильно вторглась. Я себя чувствую вот как, ну, наверное, лет 15 назад. Вот в такой вот жизни еще такая гармоничная, вот кажется, ничего больше не надо добавлять. Вот все как надо. Улыбаетесь вы часто? Вот нам улыбаетесь, правда ведь? Ну, так и забавно. Это я рада, что уже люди хоть приехали, вот чужие поговорить. Я улыбаюсь. Вырисовывается картина. Еще много надо сделать. Троху похоже на человека. А то, что вас рисуют, вам нравится? Это уже неохота, как я была, что такая баба аккуратная. А то, что я еще? Уже старая, морщенная, как черт. Вы красивая. Я была когда-то красивая, но не теперь. А когда сидите здесь на крыльце, о чем думаете? Это просто так, лезет троху в голову. Как в детстве, как уже выросла, как все это тогда его передумаешь. Все. Вот такие дела, детки.